Немцов для меня лично пример такого политика, которых должно было быть в нашей стране больше. Вот. И развитие нашей страны пошло бы совершенно в другом направлении, если бы таких людей было больше. На самом деле я заинтересовалась политикой не так давно, но, собственно, когда заинтересовалась, поняла, что в России происходит очень много произвола, очень много полицейского насилия, коррупции, и я поняла, что каждый человек, который борется за права всех россиян, всех нас, пытается что-то изменить, он очень ценен. И я считаю, что это ужасно, что люди могут так просто быть убиты на улице с выключенными случайно камерами. Считаю, что об этом нельзя забывать. Я считаю, убийство это самым подлым вообще событием, когда один человек убивает другого человека из-за каких-то своих предубеждений. И не убий для меня, наверное, самая высшая заповедь, которая была создана там людьми, которые получили данные от Бога. Ребята, вам огромное. Я постараюсь вернуться, как снова могу сказать эту фразу, хотя, если честно, в какой-то момент мне казалось, что я уже ее больше никогда не вижу. This for me, Navalny, this very great guy, this hero for Russia, for me, this guy want make Russian in democratic country. And I don't know, Putin is a killer. Today Putin make big mistake.
Подожди, это прямой, да? Да. Сейчас из кадра на улицу пойдем. Так, что там? Прости, а вы Алексей Навальный? О, Навальный, как оцениваете задержание? Витя, телефон близко. Законно, естественно. Вы так долго. Алексей! Ой, мама, в мировой суд. Варлам будет разговаривать или нет? Сейчас, подождите, пожалуйста. Dear friends, please, can you have a seat? Dear Julian, I have the honor to prepare the Russian opposition to